мой вопрос такой. Вы увидели эти картины, там, как в Украине раздают повестки так, военным будущим, как они трогают их по дороге. Что вы думаете об этом и что ваше слово для этих людей, там, которые там? Тех жителей Украины, которых насильно заставляют принимать участие в войне, да, то есть идет, грубо говоря, ликвидация украинского народа физически, мужчин заставляют принимать участие в войне, то есть парни, мужчины, одумайтесь, не принимайте на веру все, что вам говорят, то есть откройте глаза, вспомните о том, чем вас учили наши отцы, прадеды, деды, что мы один народ и были всегда одним народом. Нас стравили, и вас незаконно, повторяюсь, заставляют выполнять преступные приказы, убивая своих же бывших соотечественных. Да? Но от этого мы не стали меньше как бы, братьями. И в любом случае наступит время, что мы все вместе обернем всю вражду, которая между нами, против нацистской идеологии и всех, кто имеет к этому причастие. До сих пор на фронту, если было каких-то значительных активностей с украинской стороны, чтобы могли сказать, это контрнаступление, оно начало или нет? Контрнаступление широко анонсируется в средствах массовой информации. Людей всячески запугивают, нагнетают обстановку. Проводились эвакуационные меры, да, в связи с этим в области, то есть, что готовились к этому. Но... Повторюсь, для всех жителей Запорожской области, которые остались с нами, с Российской Федерацией, не переживайте, не волнуйтесь, все под контролем. Линия закрыта, на замке, украинская армия сюда не попадет. Все будет хорошо, победа будет за нами, враг будет разгромлен, безусловно. Спасибо.